Уважаемые заводчики кур и им сочувствующие, каждое утро немедленно нужно, пока петух не видит, забрать яйца с тыла. Петух вечером приходит в свое хозяйство, смотрит, яиц нет. Он начинает шерстить всех кур вдоль и поперек, и под утром опять яички там лежат от каждой курочки, невзирая ни на жару, ни на мороз, ни на холод.